Мошенники любят доверчивых. Они могут писать вам с фейковых страничек знаменитостей или чиновников, просить вас помочь, дать взаймы, оплатить что-то. Немедленно прекратите разговор. Не верьте сообщениям в соцсетях и мессенджерах. Никому не сообщайте коды из сообщений. Не переходите по незнакомым ссылкам. Защитите свои данные, логины и пароли. Не вводите их на незнакомых сайтах. Проверяйте информацию лично и тщательно. Не дайте себя обмануть.